Как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе? Как выбрать управляющую компанию и чем именно она должна заниматься и сложно ли ее сменить? Смотрите программу «Совет моего дома» 4 января в 18.25. Гости в студии Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль», и Лариса Игнатьева, председатель совета многоквартирного дома номер 178 по улице Новосадовой.